Я не хочу насилия. Мы можем просто поговорить. Да, можем. И мы обязательно это сделаем. Но видишь ли, после той суеты, что ты навел, я немного на взводе, и мне нужно выпустить пар. Так что прежде чем договариваться, попытайтесь немного меня развлечь. Да будет так. Стрыкало, давай чего-нибудь веселенького. Райва, уравняй шансы. Всем за счет государства. Поехали. Он мертв. Да вроде как не двигается. Неплохо, парни. Весьма неплохо. Но теперь моя очередь. Твою ж мать! Довольно, Матвей. Прекращай. Луна, покорно прошу прощения. Я не знал, что ты тут. Слава богам, это сработало. Я думал, они сейчас тут все разнесут. Дедуля с меня причитается. Ты мне жизнь спас. Она уже выдавливала из меня последние остатки, как из пустого тюбика зубной пасты. Да не жалуйся, ты живой же. Матвей, остуди свой пыл и пошли поговорим с холодной головой и трезвым рассудком. Да я, в принципе, уже в порядке. Битва с себе подобными быстро приводит в тонус. В таком случае пошли со мной. Объясни мне, друг, долго я еще буду разгребать то дерьмо, что ты творишь? Буквально. Как мне воскресить эти кучки кадоев? Да, тут сам виноват, каюсь. Хотел испытать прием заглатывания. Надо же, у Элуны этот прием получается прям на ура! Да хватит трепаться, мудак. Не сливай интим. В общем, как только твой друг придет в сознание, сядьте и нормально поговорите. А до тех пор собирай кусочки рабов из говна. Элуна, не мог не заметить, что ты... Да, я знаю. Молчи. Что она что? Только попробуй открыть свой рот. Ну, дерьмо так дерьмо. Работы не початый край. У тебя от меня секреты. Лишь для твоей же безопасности. Скоро все узнаешь, любовь моя. Мне уже страшно. Объясни мне, херня поломанная, почему от нас уходят рабы? Я все как надо делать. Половина рабов верить в святой Трал и его страна будущего. А с остальной половиной что? Резко поумнели? Нет, они другой канал смотреть. Там оппозиция свою риторику говорить. Какой нахрен второй канал? У нас должен быть только мой сигнал. Ну вон, смотри. Помню. Помню золотые деньки. Мороженое по 3 копейки. Бесплатная медицина и образование. Вот же было здорово. Более того, на севере существует такая страна, и не нужно ждать 5 лет, как в Аргримаре. Присоединяйтесь к пионистическому государству. Не откладывай жизнь на завтра. Начни процветать уже сегодня. Вот же старая больная сука. А я думаю, куда он смылся нахрен. Систему, значит, поломать решил, да? Вождь, я рекомендую начать войну привилегий. Предложи рабам больше, и они вернутся. Что я могу им предложить такого, чего нет у них? Тебе повезло, что я на твоей стороне! Слушай меня сюда. Что-то охренеть как скучно. Может, домой поплывем? Ага, а миссию кто выполнять будет? Каким образом мы захватим форт орков без Матвея? Ну, коль все равно нечего делать, есть у меня один план.
Опять херня какая-то. А разве может быть иначе? Отлично. Я в деле. О чем речь? Гениально. Просто отлично. В бой, сука. Да! Веселуха начинается! Ара, веселуха. Так обычно полный звездец начинается.